Gangnam Style – один из самых популярных танцев современности, и отныне его исполняют даже роботы. Группа южнокорейских ученых смогла разработать киберигрушку, полностью повторяющую танцевальные движения. Не обошлось и без легендарного Gangnam Style. Такого результата им удалось достичь благодаря специальным сенсорным датчикам, установленным в разных частях тела человека. Они фиксируют движения танцора и передают их в компьютер, а затем роботу. У него встроено 8 камер с датчиками захвата движения. Он может как повторять движение за вами, так и обучать вас уже ранее выученным элементам. Например, если в комнате оставить несколько роботов Хуба, один из которых умеет танцевать, он сможет научить танцевать остальных. Разработчики киберигрушки говорят, что все 9 экземпляров роботов, сошедших с конвейера, переданы в пользование университетам. Компания Google уже заказала 2 роботов, предложив за каждого $40 миллионов.